И снова всем здравствуйте. Включаем наш агрегат. Сегодня погода хорошая. Ставлю я его на 70. Вот 70. Такие вот параметры у меня сегодня будут. И здесь, как обычно, 40. Ой, много. Сегодня будет такое число. 70 на 40. Вот ребята копают. Там он копает в кустах. Газ проводят. Здесь проводят в кустах. Газ проводят. Пошли за трактором. Сейчас копать будут лунку, чтобы дальше долбить. Если что, я подойду, поснимаю, если разрешат. Вот тут сейчас мы и будем копать. Нет тут ничего. Закапываю. А, ты гадюка. Где она? Нет. Золотинку где-то увидел. Восемьдесят четыре, 93 показывает аж. О, костылик, костылик есть. Девяносто шесть показывает. Семь, семь, 40. Так. О. О. Ну раз от паровоза, это к паровозу. Осталось накладку выкопать. И соединяющие. Такие хорошенькие, килограмм по 50 каждая. Берем. Опята появились. Вот и
такие поганки. Здесь тоже. Пень хороший. Грибы хорошие. Но они не наши совсем. Вот еще есть тоже. Тут троса лежат. Троса мы не копаем. Не берем. Они у меня вот уже несколько лет висят. Вот они. Я выдергивал, сначала вешал. Не вешал, а раскидывал, а потом стал вешать. Вот один висит. Там где-то еще висит. Вон еще троса валяются. Короче, тут много тросов. Ну уже полметра. Куда еще глубже-то? Четырнадцать двадцать пять. Все, короче, 86-82. Ладно, давай сюда будем копать, куда показывает. Вот она, гадюка. Ой, понты. В наше время понты колотить тоже деньги. Пойду положу. Железячка какая-то кругленькая. Пружина, что ли? Или шайба какая-то. Лежит, отдыхает. Ломит на стреме. А у меня там же гости еще. Где они? Вон они стоят. Там несколько машин их приехало. С Томска это. Нам в гости прикатили. Газ проводят. Пусть работают пацаны. И все-таки полез я все-таки вниз. Вот такую балду распахал. Угорел уже весь. Любопытство ж не порог. Проверить решил все-таки. А вдруг что-нибудь там есть? А там есть. Вот. Что это такое? Даже не знаю. Буду треливать. Что, выкопаю, покажу. Или не покажу. Сам не знаю. Вон моя бутылочка с соком. Я ее здесь оставляю. Я уже неделю сюда, наверное, не ходил. Ну, чуть поменьше поди. И он даже не прокис у меня, этот облепиховый сок у меня там. Вот она, бабалаха. Рассчитывал, конечно, я. Ну, что вам сказать, победил я. Вроде как. Вот она. Вот эта вот пропастина. Орла там как сумасшедшая. Видно, да? Вот лопату спускаю. Хорошо стучится. Что-то мощное. Как плита какая-то. Ну, сантиметр, наверное. Толщины. Сейчас ломиком попробую бахнуть. Ну-ка, пошли со мной, дружок.
что, ё-моё, это что такое там? Что-то большое. Не знаю, копать, не копать. Фу. Утро вечером мудренее.